отшельник или старец? Что за история? В одной далекой, далекой стране, полной мифов, загадок и тайн, жил отшельник один. В его нелегкой судьбе было много невзгод, набралось через край. Подвергался гонениям, насмешкам и тех, кто жил на соседней земле. Но герой наш держался, невзирая на всех, двигался дальше, словно к свету во тьме. Он жил по закону своих богов, соблюдая заветы, совершая обряды. В затворки ушел он от светских миров, не ждал поощрения, жалости или награды. Следовал отшельник основам своим, гармония сознания и мироздания. Книги предков читал, порой мечту он таил, что в умах большинства мысли изменят течение. И не будет тщеславия, мракобесия, худ, которым был овеян соседний народ. Что счастье наступит и благотворение, если многие примут его взгляды учения. Гонения, невзгоды закаляли его, но изнутри пожирали сомнения. Задавался вопросом он больше всего, осознал ли все верно согласно преданиям мыслителя, философа и мудреца, истины которых прошли сквозь века. И сможет ли общество те заветы принять, их праведность герой наш не мог не признать. И вдруг революция, молодые умы от ржавых оков освобождены. Дух перемен обрел ускорение и должен избавить от алчности тления, остановить застой и распад народа, который переменам не рад. Опасаясь последствий нового мира, представляя в нем меч, огонь и секиру, а не свободу и благодать. Многие люди решили бежать из соседних селений в горы, леса. Наш отшельник их видел, он знал те места. Автократия пала, зачем же беда? Как мы завоюем умы и сердца тех, кто не жаждет с новым временем встречи? Задавала вопросы прогрессивная вечер. Старец встречал беглых людей, они историю свою рассказали. Так он узнал, что ветра новых идей лодку стабильности весьма раскачали. На соседней земле бури, шторма, отшельник бездействовал, лишь наблюдал, как всплывает из тьмы забытый кошмар, и сбывалось все то, что он предсказал. От застоя системы долгих лет консервации ее ткани живые атрофировались. И нет эволюции, лишь одна ампутация. Шок-терапия дает шанс спастись, но нет здесь гарантии ее результата. За долгую спячку всем нам расплата. И что же мне делать в темное время, когда я не в силах этот мрак изменить? Кроме о главном, невзирая на прения разных сторон твоей светлой души, ты можешь разбить свои добродетели и личную свободу не дать задушить. Себя сохранить, словно в честной обители, делать что то нужно, набраться терпения, опыта, знаний и внутренних сил, смуту пережить и не впасть в настроение распада, в уныние, вязкий настил. А если надолго с нами эта гроза, хватит ли сил, чтобы ее переждать? Быть может, пора взглянуть правде в глаза, наверное, проще смириться, сбежать. И что же останется, если разом сбегут те, кто заметил тупиковый маршрут этой авторитарной правящей системы? Да, сделать выбор вынуждены все мы, готов ли на себя ответственность взять и не ради личной выгоды комфорт сохранять, а чтобы прийти в нужный момент на смену всем тем, кто привнес и сантимент.